Дизель сегодня начнет очередную домашнюю серию игр в рамках чемпионата ВХЛ. Нашему клубу станет противостоять Рязань ВДВ. У болельщиков, которые не смогут посетить матч, есть возможность увидеть его по телевизору. Медиахолдинг «Экспресс» будет вести прямую трансляцию. Начало в 19:00. Всего пензенские хоккеисты проведут 4 подряд встречи на родном льду. В воскресенье 5 ноября дружина Алексея Ваулина сыграет с одной из сильнейших команд текущего чемпионата – «Химиком» из Воскресенска. Во вторник, 7 ноября, проведет матч против «Динамо» из Санкт-Петербурга. В четверг, 9 ноября, к нам приедет еще один клуб из северной столицы – СК «Нева». Эти встречи также можно будет увидеть в эфире нашего телеканала.